Такое известие встречает будущих мам на пороге родильного отделения медико-санитарной части Иркутского авиационного завода. Поэтому им лучше не терять время и сразу отправиться на Баграду. Роддом во втором Иркутске закрыт на плановый косметический ремонт. Каждый год родильные дома закрываются на санитарно-противоэпидемическую обработку. В это время проводится обязательно побелка, покраска, проветривание и, естественно, генеральная уборка с использованием антисептических средств. Ремонт должен закончиться к 30 июня. Чтобы уложиться в срок, работать приходится в напряженном графике, но рассчитывают успеть. Сроки, которые нам дали, конечно, очень-очень тяжелые сроки, большие, но успеваем. После завершения работ родильный дом начнет функционировать в обычном режиме. Первых пациенток здесь ждут 1 июля с 8 утра. Следующий в очереди на ремонт – городской перинатальный центр на Баграда. Потом областной перинатальный центр в Юбилейном. Евгения Жердева, Николай Крупченко. Новости сейчас.